야! Азер Узен. Всем привет, дорогие друзья! Как я говорила в прошлом прямом эфире, из нашей импровизированной студии мы будем делать всякие разные челленджи. И сегодня у нас челлендж. Айхан будет пробовать воблу. Воблу нам привезла Зульфия из Астрахани. Спасибо большое. Я ее уже попробовала, мне она очень понравилась. Но, к сожалению или к счастью, я раньше воблу тоже не пробовала. Только более сухую, более вяленую рыбу. Но сегодня мы посмотрим, понравится Айхану или нет. Потому что запах ему уже не нравится. Коконосу. Супер. В общем, запах ему не нравится. Но пока мы начнем, прежде чем мы начнем пробовать воблу, как мне рассказали, воблу в России едят с пивом, да? Но пива у нас нет, и мы решили, вот приготовили такой импровизированный стол, картошечка, салатик и рыба. Я надеюсь, нам удастся ее правильно почистить, потому что я сама раньше ее не чистила. Она такая свежая, жирненькая рыба. Но прежде чем мы начнем чистить эту рыбу, Айхан расскажет, что же в Турции едят вместе с пивом. Тюркеде бира или не йерлар? Patlamış mısır, kukuruzu. Popcorn. Aha. Fıstık. Ama böyle fıstık. Fıstık. Tuzlu mu? Soleный. Az tuzlu. Arahis soleный едят с пивом. Ve soslu fıstık. И вот такой вот арахис в оболочке. Тоже похож очень на чипсы, такой солененький, вкусный. В общем, с пивом в Турции едят вот такие вот ингредиенты. Были балык и орламы? Хич? Такую рыбу говорит, что не едят. Тюркеде были балык вамы? Бельки да хакуру? Может быть, по суше? Бельки да хакуру? Карадениз да йок? Карадениз, да хамсы яперлар. Ама о туршу яперлар, куру дейл. Айхан говорит, что делают хамси, кто знает, такая маленькая рыбка, очень популярна на Черноморском побережье, и из нее делают, в общем, ее солят, не высушивают, а солят, вот как солят огурцы, да, вот так же ее солят, но осулулур, да, но она не становится с такой прям сухой вяленой, а как обычная рыба засоленная. Хазыр мысын? Хазыр. Так, друзья, ну что, мы готовы пробовать рыбу. Честно говоря, когда я ее ела раньше, вот... Ама мы нам темизамежи. Айхан говорит, что он ее чистить не будет. Хорошо, потому что я думаю, что после того, как он увидит, как ее чистят, он вряд ли захочет ее пробовать. Ну ладно, в общем, когда я раньше чистила вчера, я надевала перчатки и пользовалась ножницами, потому что очень-очень сильно пахнут руки. Ну, в общем, друзья, у нас в нашей семье нет культуры поедания вот такой вот рыбы. И поэтому не кидайте в меня тапками, сейчас я почищу эту рыбу как смогу. Айхан, сену заманунджи, ща я, пататеса, возьми картошки чуть-чуть, пока я буду чистить. Видите, мы... Тамам, ики тане алыджи. Видите, мы решили поесть это все дело с картошечкой, салата, да, и с салатиком. Ну, в общем, друзья, я приступаю. Надеюсь, я потом смогу отмыть руки. Вот такая вот у нас рыбка красивая. Она не совсем вяленая, жирненькая. Я не знаю, как ее чистят, но, в общем, я вчера чистила ее вот таким вот способом. Сейчас вам покажу. Сначала я срезала... Потому что очистить кожуру, вот прям кожуру с нее, шкуру у меня не получилось и чешую. Поэтому я ее чистила вот таким вот образом. Сначала отрезала. Сервоза, я имею в виду, я зору. В общем, и потом я ее вот так вот разрезала пополам. Ножницы, кстати, это кулинарные, поэтому очень подходят для приготовления различных блюд. В общем, отрезала я вот так вот голову. Далее, то, что там внутри, я Айхану показывать не хочу, потому что он... Не хочу.
потому что ему не понравится. Там находятся рыбьи внутренности, друзья. В общем, чистила я ее вот так вот. I am sent back masonry Jackson Wallaya. В общем, вырезала я вот эту вот всю штуку вот таким образом. Ben de bilmiyorum, ben hiç yemedim önce. Senin yemediğin şeyi bana niye yedin? Hayır, ben yedim ama bu çok kuru değil bu balık. Tamam. В общем, вырезаю я вот так вот внутренности. И теперь можно снять кожу. Блин, даже вот не зацепить никак. Короче, друзья, вот что значит... Вобла попала в неумелые руки. В общем, каким-то образом я вот так вот ее тут подцепляла. И кожура снималась. Но сейчас почему-то она не снимается. Ха. Все, подцепила. Бубалык я мышь. Чикмерк. Олду. О, тазе. Ben dün eldiven kullandım. Ne zaman eldiven kullandım, o daha kalırç. Вчера я в перчатках чистила. Çünkü şey kaymıyor. Kayıyor bak. Aynı tamam. Şey eldiven giyince kaymıyor. Balık kaymıyor yani. Ha, Ayhan говорит, что в перчатках не скользило. Ну, в общем, друзья, я сняла с нее кожуру. Сейчас Айхану дам какую-нибудь, здесь еще обрежу. Tamam, sen bu taraftan başlayabilirsin buradan. Yemeğe mi? Evet. Tamam. Al. Koy. Dokunmak korkuyorum. Ben keseceğim ya. Tamam, keseceğim mi? Aşş. Sadece ortada şey var. Kılıç. Sen nasıl yiyeceksin biliyor musun? Nasıl? Bu taraftan böyle. Ne taraftan? Buradan yukarıdan. Yukarıdan evet. Yukarıdan alttan ısırma böyle yukarıdan böyle. Böyle. Ha bak ben sana şey vereceğim. Çok mu tuzlu? Hayır. Bunu al. Nasıl? E sen büyük parça al. Büyük aldılar. Ben sana ne verdim? Orada şeyler yok. Kemikler. Очень соленая она, но такая и должна быть, в принципе, рыба, да? Не так. Сервирсут. Чуксер. А? Хайдово себе. В общем, друзья, у турков есть такая особенность, что новую еду, которую они не ели ранее, они очень трудно воспринимают. И я пыталась Айхану дать попробовать эту рыбу несколько дней, но он не захотел. Daha yemeyeceksin kesin. Ну что? Hayır, o tadı güzel ama çok kokuyor. Ayhan говорит, ben alışkın değilim ya. Ayhan говорит, что su var. Ayhan говорит, что оно вкусное, но оно ужасно пахнет, и он не привык. Вот видите, то, что я вам сказала, что у турков есть такая особенность, то, к чему они не... Tamam, sen burun böyle kapat. Burun kapat. Böyle burun. Закрой нос и вот так, хав. Sağdayım ben. Yemeyecek. Tamam, bir parça daha yiyeyim. Вот так вот, берешь так. Эха. Bak, bari kapattık. Ben kapatmayacağım, hayır. Ay, görüntü çok kötü. Çiğ bu. Anam говорит, очень ужасно выглядит, она же сырая. Ну, а тузла, она соленая. Ну, в общем, с трудом. И у них нет традиции солить рыбу. Кстати, как ни странно, потому что Черноморское побережье очень славится этим, а нет у них вот такой вот традиции. И Хан, например, не ест ни суши. Ну, в общем, все, что касается чего-то сырого, да, потому что рыба-то это, в принципе, сырая, только с солью.
Он не ест и... Sen onu kemik yapıyorsun. Sadece kemik var bende ya. O parçada kemik olabilir ama bilmiyorum. В общем, друзья, я не знаю, как вы едите эту рыбу. Она, конечно, вкусная. Я думаю, что с картошечкой. Не знаю, с картошечкой, наверное, вкусно. Но, я не знаю, постоянно как... Напишите в комментариях, кстати, как вы едите эту рыбу, потому что постоянно руки жирные. И когда вы едите, вы бокал жирной рукой берете. Ну, в общем, очень-очень неудобно. Но селедка, в общем, нравится нам больше. Это натуральный минус, Галина, где-то рыба или один балл тогда? Сану един. Селедка. Един, были парча? Бир парча едим я садже. Тужу, сану бяйнин. Селедку, кстати, нам привозили, и Хану селедка понравилась. А вот эта вот рыба, он говорит, что у нее очень странный запах. Да нет, запах не странный. Мы-то, например, привыкли. Я же из Мурманска. Поэтому мы привыкли. Герчик там не кутю. Кутю? Балык кокусу. Я балык sevmiyorum, görürsün. Nasıl sevmiyorsun? Biz yapıyoruz fırında balık her zaman. O başka. Bu başka. Ben balık kokusu gerçekten sevmiyorum. Ve bu tuzlu balık. Tamam. Zaten az kokuyor o yüzden. Айхан говорит, что он не любит запах рыбы, но она еще и соленая. В общем, друзья, рыба очень вкусная. Ой, вот это вот прям такая жирненькая. Ну, как вы понимаете, мы не гурманы. Да, и я не понимаю. Очень вкусно. На здоровье. На здоровье. В общем, ну, у меня такое неоднозначное ощущение, конечно, после этой рыбы. Если бы она была почищенная, мисля о балык her şey temizlemiş miydi, değil mi? Evet, o zaman temizli. O zaman ben yiyebilirim daha. Что мне не нравится, конечно, рыба вкусная, но мне не нравится, что ее нужно чистить. В общем, кто любит вобл, пишите в комментариях, как вы ее едите. Не кидайте нас в тапками, мы вот тут с ножницами, с вилками, с ножами пытались все это дело порезать, покушать. Ну, в общем, вот так вот Айхану не понравилось. Не очень. Tekrar yiyecek misin? Нет. Нет. Спасибо. Больше он этого не хочет. Больше он эту рыбу... Hayır, yiyebilirim ama... Ben şimdi istemiyorum. Он говорит, что сейчас он не хочет, но потом он поест. Но я уверен 100%, что он не будет никогда есть эту рыбу. В общем, друзья, вот такая вот веселая проба у нас получилась. Айхан! Başka Rus yemekleri denemek istiyor musun? Borş. Я его спросила, хочешь ли он другую русскую попробовать. Борщ. Борщ сен един. Ты ел борщ. О, güzel. Борщ, например, ему нравится. Başka? Başka, борщ, щи. Щи. О, nasıldı? Yedik mi biz? Yedik o lahanadan. Çorba gibi. Çorba. Galina yaptı. Aha. Kırmızı değil ama turuncu. Tamam, bildim. Такой оранжевый суп. Щи, да, вкусно. А что тебе еще нравится из русской еды? Башка рус емек или не собираешься? Башка не едем, не едем. Экмек? Рус экмек? Нормально. Черный хлеб ему, видите, так себе. Чай. О, вкусно. Нам передают, мама, всегда чай с разными ароматами. А вот мне тут чай, да, чок сидит. Ну, конечно же, турецкий чай он любит больше. Başka ne seviyorsun? Peynir sevmiyorum. Çikolata. Salam sevmiyorum. Çikolata. Çikolata o bir tane güzel, evet. Hı-hı. Diğer. Nam еще передавали плавленый сыр, не плавленый, а колбасный сыр и колбасу. Это ему не понравилось. Başka? Başka yok. Sigara seviyorum. Ха-ха-ха-ха. Это я приводить не буду. Ну, в общем, друзья, вот такое вот ощущение после этой рыбы. Я не знаю, если ее едят с пивом, то получается, что вы трогаете бокалы жирными руками. Ну, в общем, неоднозначное ощущение, но я думаю, что Айхану это было очень приятно попробовать. Интересно, точнее, завтра он... Аркадаш Таларсен Лейджик Мисн. Сонный един. Чиволы. Суши Диджик, он, да? Суши, değil, bu başka. Çivi, balık.
Завтра он расскажет всем своим друзьям, что я его кормила сырой рыбой. В общем, друзья, вот так вот у нас получилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие челленджи вы бы хотели увидеть. Но в следующий раз мы придумали уже челлендж, что у нас будет. Вот, поэтому те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Будет весело. То в следующем челлендже мы просто будем угорать со смеху. В общем, всем спасибо за просмотр и всем всего хорошего. Пока-пока. Пока. Тем, кто кушает, приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Видите? Tamam. Tamam, kapatabilirsin. Hayır, sen kapatabilirsin. Yok ya, sen kapat. Neden ben? Sen kapat. Ben senin konuk program için. Konuk musun? Aa, tamam, ben kapatıyorum ya.